Я, говорит, не такая. Мол, жду своего самурая, который вот-вот придет. А он пишет: на улице холодно, гололед, резина летняя, очень скользящая, но тебя я, конечно, люблю, ведь ты настоящая. Ты меня, главное, жди. Но потом пойдут дожди, перестанут работать дворники на лобовом. Он ведь врет, милая, это синдром. Каждый раз находит причины, чтобы просто до тебя не дойти. Это поведение не мужчины. Ты, мол, на полке лежи, как книга, которую выбросить жалко. Все, разошлись пути. Если самурая смущают километры, снега, дожди, значит, он, как и все, обманка. Как и те принцы, которые были до, драконы и чудовища с того замка. Что если попробовать с человеком? Без катаны, кимоно и ненужных отмазок, который без всяких сказок возьмет тебя и молча поведет за собой. Только твой герой, который никому тебя не отдаст, не предаст, и любовь его вся твоя, от ада до рая, от Африки до Сибири. Выбор очень простой: быть счастливой и быть собой, или вечная харакири.